С глубокой древности минеральные источники Болгарии являлись ее ценнейшим богатством. Потому и бальнеология здесь всегда была в почете. Благо, целебная вода на этой земле есть везде. На протяжении многих веков вокруг термальных вод строились и развивались многие поселения, некоторые из которых и по сей день славятся как центры бальнеологии. В 1882 году в городе Хисар был проведен первый химический анализ минеральной воды в Болгарии. Это и стало началом организованного бальнеолечения в стране. Известный бальнеологический курорт Болгарии – это город Санданский, расположенный в 166 километрах к югу от Софии. Район вокруг города славится исключительно полезным для здоровья климатом, представляя собой лучшую естественную лечебницу для бронхиальной астмы в Европе. Минеральная вода – основной лечебный фактор. Здесь обнаружено более 20 источников. Вода в них чистая, без неприятного запаха или вкуса. Город Санданский снискал известность бальнеологического курорта, профилированного в лечении заболеваний органов дыхания. Для ингаляций минеральную воду можно использовать самостоятельно или в комбинации с медикаментами и лекарственными травами при дыхательных заболеваниях. При внешнем употреблении минеральная вода оказывает целебное воздействие и применяется при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, периферийной нервной системы и позвоночника, при гинекологических, кожных заболеваниях и прочее. При питье эта вода оказывает воздействие при лечении почечных, урологических, желудочно-кишечных и обменно-эндокринных болезней. Употребляется для профилактики остеопороза, зубного кариеса и ряда профессиональных заболеваний. Высоко квалифицированные медики проводят начальный, контрольный и конечный осмотр, после чего назначают индивидуальный курс лечения, восстановления и профилактики каждого гостя курорта. Значительным разнообразием отличаются водные процедуры и электроаппаратура. Это ванные с лекарственными травами, можжевельником, ванны с солью, щелочью, подводный душевой и щеточный массаж, терапия инфракрасными лучами, низкочастотная импульсная терапия, микроволны, ультразвук и многое другое. Специализированные лечебные программы готовятся с учетом благоприятного воздействия уникального климата и лечебных свойств теплых минеральных вод. Специализированные лечебные программы самые разнообразные для артритов и ревматизма, астмы, талассотерапии, красивого тела, снятия стресса, комбинированные, включающие талассотерапию и ароматотерапию, лечение и профилактики остеопороза, сбавление избыточного веса и прочее. Все эти возможности могут быть использованы в максимальной степени при пребывании в Санданске. Лечение парафином – это вид терапии с использованием нагревания. Применяется парафин, нагретый до 42 градусов, который распластывается на нейлоне по всему профилю сустава. Ввиду своей пластичности и медленного остывания, парафин имеет широкое применение.
В разогретом виде он расширяет кровеносные сосуды и распускает мускулатуру. Эффект не приходит разом. Должно пройти известное время. Парафенотерапия практикуется при хронических проблемах в суставах, а не когда они обострились. Болгария изобилует множеством теплых и холодных минеральных источников, расположенных по всей ее территории. Наибольшей популярностью пользуются такие курортные поселки, как Горна Баня, Банке, Хисар, Сапарева Баня, Вершец, Наречен и многие другие. Крупнейший город Болгарии – София – одна из богатейших столиц мира по числу и разнообразию минеральных вод. В городе и его окрестностях есть свыше 40 теплых минеральных ключей. А каптаж Софийской минеральной воды в центре города был осуществлен почти 2000 лет назад. Бальнеологические курорты и лечебницы страны предлагают посетителям разнообразные способы альтернативной терапии для лечения множества заболеваний. Использование минеральной воды и лечебной грязи давно доказали бесспорным образом эффективность этого вида лечения. Прессотерапия применяется с целью улучшения кровообращения. Лимфатический дренаж вызывает вывод из организма жидкости и повышение тонуса. Содействует обмену веществ и удалению целлюлита. Электротерапия применяется при разных страданиях суставов и плекситах. Подлинный праздник для тела и духа – это ванны с маслами из эфирно-масличных культур и лепестков роз. Ванна Клеопатра с молоком предназначена для свежести кожи. Настоящая аттракция – это римская ванна. Она с вином и эффектом антиоксиданта. Изобилие минеральных вод, благоприятный климат, красивая природа делают Велинград лидером среди бальнеологических курортов Болгарии. Город этот находится в 133 километрах юго-восточнее Софии. Почти 80 бьющих из недр земли источников. Горный климат, отличающаяся своей чистотой природная среда, придают уникальный характер курорту, который специализируется в лечении заболеваний дыхательных органов, опорно-двигательного аппарата, функциональных нервных болезней, гинекологических заболеваний и стерилитета, и относящихся к центральной и периферийной нервной системам. Массаж с камнями вулканического происхождения улучшает состояние энергии по меридианам человеческого тела. Эти туфы позволяют разогреть тело до 60 градусов,
что возымеет релаксирующее и противострессовое воздействие. После их размещения на чакрах начинается точечный массаж, а затем и камнями вулканического происхождения. Ширадхара и Ширабхьянга – две отдельные процедуры, всегда проводящиеся вместе. Начинается все с массажа лица и шеи. Заключительная часть при этом массаже – миндалевое масло, наливаемое в специальный сосуд, устанавливаемый над головой. Жидкость стекает тоненькой струйкой на третий глаз и к волосам. Цель этого – улучшение роста волос, активизация умственной и мыслительной деятельности, очень благоприятно воздействует на зрение. Теплый шоколад – сладкое искушение. Это превосходная терапия тела со своим товарным знаком. В результате гидратированная, хорошо пропитанная и, видимо, сглаженная и освеженная кожа. Имеет антицеллюлитный эффект. Древнегреческий массаж охватывает все тело и осуществляется посредством специальных видов соли, смешиваемых с оливковым и массажным маслами. Производится отслоение по всему телу с завершающим массажем ладоней в точках зонотерапии. Пинта Сведа – это массаж с разными видами трав с острова Бали, цель которого – освежить тело, вывести токсины и улучшить состояние кожи. Сами лекарственные травы смешиваются с белой глиной, кладутся в специальные мешочки и насыщаются благовонными маслами. Это невероятно приятный массаж. Трав же три вида – для релаксации, тонизирования тела и антитоксичного эффекта. Слово «спа» или лечение посредством воды уже вошло в обиход, но в сущности должно бы отображать образ мышления и стиль жизни. Это стремление к гармонии между духом и телом. Добиться этого можно путем разных предлагаемых процедур. Гидротерапия, витальные бассейны, разнообразные сауны, программы для лица и тела, косметикой для спа или водолечения. Разные техники массажа и все это в сочетании с хром-ароматотерапией.
Принцип и философия СПА – это красота, спокойствие, бодрость и гармония. Все это благодаря обаятельному и заботливому отношению к клиентам в сочетании с высоким профессионализмом персонала. Грязелечение осуществляется посредством привезенной из Мертвого моря грязи, содержащей 26 минералов и микроэлементов. Ее основное целебное воздействие на опорно-двигательный аппарат, на периферийную нервную систему. Имеет исключительное воздействие на кожу тела, так как грязь обогащена алоэ. Ароматотерапия – это вид массажа тела в нескольких разновидностях с применением благовонных масел, полученных из разных видов лекарственных трав. Этот вид терапии включает и антицеллюлитную программу, значительно отличающуюся от традиционной. Сначала делается глубокий массаж зон с целлюлитом со специальной ампулой. Затем ноги завертываются теплыми бинтами, пропитанными эфирными маслами и нейлоном на 20 минут. В это время осуществляется массаж рук для тонуса. Общество желающих выглядеть получше, или wellness по-английски, растет с каждым годом. Все больше людей стремятся к омоложению и оздоровлению посредством так называемой родниковой жизни. Философия оздоровительного туризма или wellness – это стимулирование тела и души путем программ релаксации, термальных ванн, восстанавливающих и разукрашивающих процедур. Вы попадаете в лелеянный мир масел и ароматов, очищающих водных ванн, релаксирующих массажей и положительного энергетического воздействия и процедур, укрепляющих ваше тело и настроение. Комбинация релаксирующих процедур и физических упражнений приводит к наибольшему сохранению энергии, что поможет вам освободиться от стресса деловой жизни. Своей сохранившейся природой гор и солнечным среднеконтинентальным климатом Болгария может превратиться
в идеальное место для вашего отдыха.